Актуальные проблемы на карандаше. Сразу два важных вопроса стали основными темами брифинга в департаменте полиции. Скотократство и интернет-мошенничество. Если в первом случае стражи порядка делают максимум эффективной работы, снизив число преступлений, то вот со вторым вопросом все несколько сложнее. Все подробности далее. Никогда такого не было, и вот опять очередной факт интернет-мошенничества в области зарегистрировали буквально вчера. Молодой человек по документам совершенно другого человека пытался оформить микрокредит в режиме онлайн. Сумма потенциального займа составляла более 100 тысяч тенге. Идет досудебное расследование. Что до подозреваемого, то он, на удивление стражей порядка, начал проявлять активную гражданскую позицию. Раскаялся, даже попросил, чтобы мы записали его обращение. Это обращение, я думаю, в ближайшее время будет опубликовано, где он действительно обращается к гражданам, нашим жителям, с просьбой, чтобы они были бдительны, внимательны и предупреждает их, предупреждает злоумышленников, чтобы не совершали такие вот нехорошие дела, так как правоохранительные органы сделают все, чтобы изобличить. С начала года подобных преступлений около 600. По сравнению с 2020-м идет существенный рост. Это буквально онлайн-война, где на стороне мошенников современные технологии, смекалка, доверчивость граждан, а на стороне полицейских закон и возможность содействия со стороны банков и других организаций. К примеру, недавно была достигнута договоренность с банками, отныне те на запросы стражей порядка стали реагировать значительно быстрее, что позволяет раскрывать целый ряд преступлений. С другой стороны, сложность таких правонарушений в том, что злоумышленник может быть вообще где угодно. Если говорить про территорию Республики Казахстан, большинство случаев, вот, согласно нашему анализу, за пределами нашей области, в больших городах и областных центрах, из тех лиц, из проведенного нашего анализа, на нашей территории это единичный случай. И наши, так скажем, преступники, которые занимаются этим преступлением, они не настолько изощренные, и у них не такие сильные знания в IT-технологии. Речь на брифинге шла и о скотократстве. В этом году дела обстоят не так плохо. В 2021 уже задержаны 98 человек, в их числе и 11 преступных групп. Хозяевам возвращено 200 голов скота. Отличные результаты. Их удалось достичь не только благодаря действиям полиции, но и за счет подключения местных исполнительных органов. Алексей Кочемасов, Рустем Ищанов, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.